Никогда не думал, что наконец-таки найдется время, чтобы сыграть в AirPods. Капец. Да, я думаю, Щипер, ты будешь пипец как рад, потому что я наконец-таки записал геймплей по этой игре. Осталось, где я еще, короче, с этого не вышел, с экономического кризиса. У меня минус 75 денег, капец, 75 тысяч долларов. Нифига, бебра какая летит, нет, кукурузная. Блин, сейчас бы междурегиональные боинги фигарить, но, к сожалению, я не смогу. А что тут в происшествиях? Ну, тут, в принципе, не было штрафов, отработки, ашка. Все, отлично. Пока все ашка. Если ашка, значит, понятное дело, ашки где-то не отработаю, меня оштрафуют настолько денег, сколько у меня вообще в кармане нету сейчас. Минус 2000 в час, капец. Может, половину персонала просто поувольнять нафиг? А то что они за своими компьютерами бебрят? Свинарник, помещение для персонала. Понятно, в свинарнике, кстати, очень много людей сидит. День 10, второй год. Опа. А 0% отработано? В смысле? Good game. Так, а, не было штрафов. Блин, у меня опять отняли деньги. Капец, я в тильте. Новое письмо, что-то... 25 тысяч! Ёперный сырник, ёшкин кот. 25 тысяч рублей у меня сняли, пипец, с моего счета, тындец, я в тильте. Я снова на 70 тысяч, минус 16 тысяч. Нормально, они на сиденьях спят, им нормально, по кайфу просто. Нифига себе. А, точно, здесь, короче, же птицы могут обкакать все подряд. Из этих какашек, короче, могут поскользнуться самолеты, и в итоге, короче, произойдет взрыв. Бабах. Нихуя себе. Оу. Максимум строителей 149, почасовая, понятно. А, понятно. Блин. Я нажал отказаться. Ладно, понятно. Я с бэбером, короче, ужасную штуку, сори. Блин, я забыл, что здесь надо закрывать, а не отказываться. Потому что отказываться нельзя. Так, у меня 30 тысяч долларов минус. Я уже близок к тому, чтобы наконец-то выйти плюс. Денежный поток 2000 долларов. Пипец. Я чувствую, если у нас 2000 долларов были в реальности, у какого-нибудь аэропорта было бы, он бы уже давным-давно вскрылся, а не закрылся. Меня так прикалывает вот эта вот асфальтная дорога, типа сервисная дорога, вот эта service road, в том, что она как бы, ну, типа, должна быть асфальтированная, но по факту они как бы по траве ездят, только с разметкой. Типа, на траве просто нарисовали разметку, и они по ней фигачат. Good game просто. Россия 21 века. Ну, давай, заезжай, ну, ёперный сырник, чё как не родной, давай. Во, хорош, молодец. Можешь же, когда хочешь. Так, теперь его надо ремонтировать, кстати. А как его ремонтировать? А, он его просто оставил и все. Да? О! О, ёшкин кот, у меня плюсовой баланс. Ой, what the hell, бро. Пипец, у меня уже 1000 долларов. Ёперный сырник, ребята. Ни с чем не сравнишь это ощущение, чем, ну, не знаю, с чем. Ну просто, ну, короче, не знаю, с чем. О, еще финансовый кризис заканчивается. Блин, надеюсь, что вот это падение мировой экономики у меня не произойдет двойной раз. Потому что если во второй раз у меня такое произойдет, мне кажется, я уже все. Женщина, 64 килограмма. Нифига себе, 64 килограмма женщина. У нас есть бензовоз. Он возит на свой. Так, теперь нам нужен... Может, еще второй бензовоз накинуть, я не знаю. В принципе, ну, я думаю, то, что это лишнее. Хотя, если так подумать, то можно, в принципе, наверное, скорее всего, я не знаю. Чтобы люди не разбивались об взлеточную да, короче, ВПП. ВПП. Надо не забывать, как эта штука называется. Я еще не накопил достаточно баллов IQ, чтобы запомнить, как эта штука называется. Неудавшийся. А что, он не прилетел, что ли? Или что с ним произошло? Да нет, я вообще не понимаю, что с ним происходит. Блин, я опять в минус ушел. Блин. Господи. Да, меня на 25 тысяч оштрафовали. Я, кстати, не совсем понял, что произошло. Я же вроде... Если наземные животные выйдут на взлеточную или рулежную, они могут повредить самолет и То есть не просто так это все-таки. То есть не просто так может прийти коровка на взлеточную... Взлеточно-посадочную... И все, и мне жопа будет. Я... Нифига, сколько типов залетело. Ох, ох, ёшкин кот. Ёперные муравьи, триндец.
Их как муравьев тут, это просто жесть. Ёберный сырник. Ни хрена себе. Нифига, работа кипит, а я думал их половину поувольнять, чтобы они типа, не расслаблялись. Тут плотненько кто-то накакал. Понятно. Так, ладно. Здесь, короче, делаем туалет. Наверное, вот до сюда ж. 22, 23, 25. Так, 15, сколько там? 15? Да, 15. 15 делаем на 20. На 20 давай. Дальше, короче, разделяем его стенами, стенками, наверное. Сейчас. Нет. Не-не-не-не-не-не, это лишнее. Да, мне еще не полную цену возвращают за то, что я поспешные решения делаю. Так. Не люблю игры, кстати, в которых типа рыночную цену не возвращают. Так, и здесь сделаем разрешенный пол боевые вертолеты. Вертолетный сральник. Мужской какальник. Можно включать. Всё, открыто. Можете заходить и какать. С Новым годом вас. Теперь нужно профессиональный какальник сделать. Все. Имба. Здесь у нас будет профессиональный. Я не помню, как оно пишется, поэтому пофиг, сральник. Вот. Здесь у нас будут срать только профессионалы своего дела. Ладно, в общем, короче, наигрался я в Airport Cell, ну, блин, нормально так ты побэбрил.